Одно из необходимых условий эффективного функционирования экономики – мгновенный доступ к информации, позволяющий правильно оценивать спрос и предложение. Портал iMoscow – сервис, нужный абсолютно всем агентам экономического развития – инженеру, конструктору, ученому и предпринимателю. Это карта, на которой уже видны контуры грядущей Москвы. Это информационное пространство нужно для того, чтобы все видели всех. То есть инжиниринговые центры видели все другие инжиниринговые центры. Технопарки – другие технопарки. Резиденты видели возможность перемещения в другие технопарки. А государство видело реализацию своей помощи. После всех разговоров и фантазий про постиндустриальность в развитых странах начали осознавать, что основной драйвер развития экономики в современном мире – это реиндустриализация. Наша задача сделать так, чтобы территория города использовалась более бы экономически выгодно. Это у нас наши черпаемые ресурсы. Во-вторых, на коммуникациях, которые уже в городе проложены, появлялись бы новые высокотехнологичные предприятия. А городской ресурс самый главный и никогда не будет исчерпаемый – это интеллект. Оказалось, что в столицу вкладывать выгодно и средства, и навыки, и мозги.